Слышали о повышении пенсионного возраста? Слышала. Как относитесь? Отрицательно. Почему? А куда после 45 берут? Никуда. Как вы думаете, состояние вашего здоровья позволит вам дожить? Я надеюсь. Иначе... А как вы считаете, почему это было сделано именно во время чемпионата мира? Даже не знаю. Вообще для чего это? Я против, потому что после 45 куда берут? Никуда, в уборщице? Или еще куда? Спасибо.